И здравствуйте, это снова Гудок96 и Алекс. Алекс. И сегодня наш новый проект «Легенды в Майнкрафте». Майнкрафте. Итак, сегодня у нас будет три легенды. Первое, то, что собаки не отравляются. Не знаю, можно все мобы вот скинуть. В деле все не отравятся, проверим, что собаки. Второе, это то, что если съесть еду в портале, то портал сломается. Это, в принципе, мы уже проверяли его. Проверим его еще раз. И последний, если ты будешь в тростнике, то тебя Крипер не увидит. Ну что ж, начнем по Ну, порядку. три тростника, они между Итак, давайте тростниками. попробуем. Вот увидим собачку. Видим бред. Она отравляется. Вообще-таки ее говорили накормить. Нет, там писалось то, что она не имеет вообще эффекта отравления как такового. А мы видим, Да? что она имеет этот эффект. Ну сейчас она, если живая останется, я попробую ее накормить. Она даже не хочет есть. А, нет, ест. Или ты ее покормил? Ты я покормил, чтобы у нее хпшки остановились. Да вряд ли она Так. останется в живых. 5 секунд я сделаю чуть меньше графику, а то я тут делаю на максимуме какое-то время. Потому что у меня не было лагов. Мало рендеринг, частицы. Хотя у нее слишком долго отравление, если честно. В общем, короче говоря, этот миф уже наполовину разоблачен. И сейчас, собственно, давайте перейдем, наверное, в обычный режим. Стоп. Она уже не отравляется, хотя вокруг нее есть ухо отравления. Странно. Так, ну все, я сейчас сделал гейм-мод. Так, я сейчас съем золотое яблочко. Слышь? У нее есть отравление, но она не умирает. В общем, теперь давайте проверим наш следующий миф. Но для этого нам нужно подать еду, поэтому Да, значит, миф сделаем. разоблачен. А откуда Да. тут еще одна собака? Стоп, как она выбралась? Ты нажал по ней правой кнопкой мыши, я правильно понял? Ну, я ее накормил. Ну, она должна сидеть, чтобы. Она же Да может она не могла вылезти, там нет она выхода. может телепортироваться, если ты уйдешь далеко. Ты что, не знал это? А, у меня страшный лаги начались. А, слышишь, ты же выживание, да? Ауч. Так, в общем, теперь надо проверить следующий миф, но для этого, в принципе, будет. Я сделаю этого крипера, не волнуйся. Ладно. Итак, следующий миф, как вы говорили, это если мы будем в тростнике, нас не увидит крипер. Давай. Давайте попробуем. Давай, выживание врубил себе, да? F крипер, да. А, у него проблемы? Ну что ж. А попробуй выйти, посмотрим. Этот миф оказался правдой. Давайте У слизня проблемы. попробуем для эксперимента попробовать это еще раз. Чтобы быть. Лех, ты с ним разберись уже, а. Ладно, сейчас меч возьму и разделаюсь с ним. Что? Идишь, Спарта! Ты куда побег? Смерть Так, в общем, язычникам! по-видимому, этот миф. What the fuck? Этот миф. Этот порошок, по-видимому. Стоп! Этот А знаешь, фишка. надо еще что проверить. Если ты стоишь за тростником. Да, давайте попробуем так. В общем, в общем, пока что мы имеем? Этот миф разоблачен, собака отравляется. И этот миф пока что подтвержден, как так, больше ее часть. И над золотом. Ладно, ты сверху заставляй. У меня уже нечем. А, ну сейчас я вот сделаю себе по-быстрому. Так, земля. Один блок, то есть два блока, один блок оставь. Все. Теперь мы сейчас сделаем тростник. У меня он еще остался. Еще один прибег. Могу просто, у меня проблемы с высотой. А, ты успел? Нет, не успел. Не успел? Чего? Ну, все. Ну что ж, сейчас я сам его заспауню, вот так смотрим. А. Мы видим? Да, и правда он не видит. Ты Ну что ж. стоишь за этим, да? Да. Ну что ж. Чувак, у тебя проблемы. Миф подтвержден, мы видим. Он в Полностью тростник подтвержден. спрятался. В общем, что мы имеем? В общем, что мы имеем? Два мифа из трех у нас подтверждены. Остался последний миф, но для него я еще почему-то не проголодал. По дружине. Так, Можешь мне тяжелый сделать? теперь нет, не надо. А у тебя какой стоит? Легкий. Давай тяжелый.
Ну то ж, теперь давайте попробуем еще раз с собакой. Теперь давайте попробуем не кормить, попробуй кормить ее, Лёха. Сейчас. У нее нет отравления. У нее нет отравления! А ты ее кормил? На, вот сам покорми. Да, скинь мне, она же твоей кухне может кормиться. Ну что ж, скинь еще для часто эксперимента штук 5. Ясно. Штук 5, есть штук 5. Вот, отлично. Попробуем сейчас. А я больше могу покормить, поэтому надо ее. Ну, в общем, скажем так, миф подтвердился наполовину. Она имеет отравление, но мясо ей, в принципе, гнилое ничего не сделает, как мы видим. Так, в общем, остался последний миф. Я не знаю, что-то как-то я не могу попадать, поэтому давайте побегаем, проголодаемся, сгусток слизень скинуть. Да съешь просто глиняную плоть одну и все. А я не могу ее съесть. Еще и полку нет. Ну-ка, да, не могу ее есть. В общем, сейчас это быстренько, буквально побегу. Обычно быстрее было. А ты же поставил хардкор? Какой хардкор? Это тяжелый. Да, сложно. В общем, сейчас, извините за такое. Я назову этого песика Мухтар. А я назову его Барсик. Хотя это... Барсик — это кошачье. Да пофиг, у меня собака Барсик. Да, Барсик? Я сказал, да, это Мухтар. Видишь, он согласен. Это Мухтар, понял. А, Барсик, у тебя проблемы? Собой. Барсик, иди затем. Что им тебе больше нравится? Идем, Барсик. Барсик, что тебе им больше нравится? Нет! А, все. Барсик. Ты уже не собака, Барсик. Ты кошак. Так. Что-то как-то еда не тратится все равно. В общем, еще один есть миф небольшой. Я слышал, что... Зеленые создания не могут открывать двери из той воды блок. Давайте быстро поймем этот. Это все знают. Создать. Ну да, ну просто проверить. Сделай, знаешь, так, как сделать надо. Иди сюда. Вот так, да, что ли они? Заспаунь. Заспаунить зомби? Сейчас заспауню. Спрячься там. Так, зомби, слизень, зомби, вот мы. Готов? Готов? Так. Он пошел в другое направление. Так, да сейчас, погоди, да сейчас включу время. Все время побольше, вот так. Ночь? Ага, ночь. Размечтался. Ночь. Как я включал чат, что забыл? А вот. По-моему, там 34 000, по-моему, ночь, тут напомню. А это я вижу. В общем, этот миф, в принципе, я более чем уверен, что он рабочий. Он рабочий. Я сам знаю. Да, мы это все знаем. В общем, здесь то, что не хочется его сделать. Так, что-то еда вообще не хочет тратиться. Вообще никак. Давай я тебя мечом шебану. Иди сюда, гад. Так, в общем, не знаю, что делать этим едой. В общем, давайте, наверное, я продолжу запись этого видео. Мы продолжим, когда у нас, собственно, будет готова еда. Ладно, я потом после дню до этого видео, я чего у меня. И это мы у Гудка. В общем, вот мы все-таки дождались довольно-таки долго. Лёх меня еще заодно умудрился убить. В общем, ладно. Запускай шарманку. Мы видим, у меня есть 3 раза типа еды. Одно это, собственно, ископаемое, другое крафтимое, третье жареное. То есть все, как говорится, что можно сделать. Так, давайте проверим. Садим в портал, будет здесь портал. Нет, видим, он не сломался. Давайте пробуем еще с хлебушком провести тот же самый прикол. Видим, нет. И попробуем, да, мы телепортнулись, мы видим. Ё-моё, ёлки. Все лагает, да? Очень сильно и проблематично. Ну, в общем, не знаю, проверять ли с курицы, чья
будет эффект абсолютно тот же. Кошка. Парсик. Так, ну, не знаю. Если вы хотите, давайте попробуем, не знаю, наверное. У Слизня проблема, он в земле застревает. Да. В общем, наверное, не буду даже проверять с мясом, то опять ждать. В общем, вы поняли. Слизь, два Слизня, отправись в ад. Маленькие? Да. Ну, в общем, что мы имеем в итоге? Миф с собакой разрушен наполовину. То есть, да, она отравляется, но при этом мясо ей ничего не дает. Миф с Криппером, как-то не странно, я был удивлен, полностью подтвердился. Я правда очень сильно удивлен, поскольку я думал, что он взорвется. И миф с порталом также разрушен. Таким образом, у нас 1-1-1. Один разрушенный, один наполовину и один не разрушенный. Стоп, ты видел это? Это я сломал. Да? Да. А я думал, я забыл это. Я думал, все один миф. Гад. В общем, всем спасибо за просмотр. Не помните! Подписывайтесь, ставьте лайки, присылайте свои мифы, потому что их довольно тяжело находить. И следующая версия будет, как только мы наберем еще 3 мифа. Всем спасибо. Извините, кстати. И помните, высаживайте больше тростника вокруг дома. Да. И прячьтесь за ним. Всем до свидания.